Куда же мы теперь пойдем? Куда пойдем? Что мы тут делаем? Смотри, Драуг! Драуг!
дальше? Что тебе может не понравиться. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Ой, ты что-то хотел сказать? Нет?
фрик, но это ведь что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрейю после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Как это? Он не хотел, чтобы Фрейя, богиня из рода Ванов, имела авторитет в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Как и рождение Бальдра. Все верно! Именно Фрейя была матерью Бальдра. Делаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Траугра. Видал? Как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Ну, у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Новое дело. Мы же с ним помирились. Что вам нужно? С помощью этого камня и молота мы с Броком сделаем две кротика. Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Две уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс! Он исчез. Поищите подсказки в его крепости в Конунсгарде. Смотри! Ключ-камень от Конунсгарда. И на нем твое имя. Просто зашибись. Крепость к северо-западу, за башней Свартальфейма. Большое камень. Чем не спутаешь? Мимир, почему у тебя в глазах кристаллы Бифреста? Это подарок великанов.
Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. А больно? Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ладно, ладно. Все, молчу. Здесь есть на что посмотреть. Смотри. Тут сказано: слава Мацагниру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Король-гном поймал несколько драконов.
Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже эксперименты. А чего? Дерьмо. Магия в драконьем дерьме? Да. Очень мощная. Хм, голове с тобой весело. Да, я сам понял. Ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. Будь готов!